Всем привет! В этом видео я покажу, как бесплатно смотреть фильмы, сериалы и другое видео на телевизорах с функцией Smart, как установить виджеты и настроить телевизоры Samsung, Sony, LG для такого просмотра. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Современные смарт-телевизоры многофункциональны и по своим возможностям все больше приближаются к полноценным компьютерам. Все благодаря возможности их подключения к сети и интернету, а также возможности широкого выбора доступного программного обеспечения. Но так как это в первую очередь телевизоры, то их возможности все же ограничены. К примеру, стандартный веб-браузер не поддерживает всех технологий, использующихся на современных веб-страницах. И многие элементы остаются недоступными. Установив дополнительные приложения и виджеты, вы сможете бесплатно смотреть множество фильмов и сериалов, которые отсортированы по году, популярности и собраны в одном приложении. Вам не нужно будет открывать браузер и искать их. Здесь вы найдете все новинки кино, доступные в интернете. Приложение ForkPlayer может послужить хорошей альтернативой стандартному веб-браузеру, и который имеет больше возможностей. Есть несколько способов установить данное приложение: через смену DNS и через установку соответствующего виджета. Сначала давайте разберем первый способ. Для телевизоров Samsung откройте настройки, кнопка Settings на пульте, затем перейдите в общее, сеть, состояние сети, и откройте настройки IP. В открывшемся окне в строке «Настройка DNS» измените его значение с «Получать автоматически» на «Ввести вручную», а после в строке «Сервер DNS» укажите следующий адрес и нажмите «ОК». Затем перейдите во все приложения «Apps» и скачайте приложение «Русская музыка» или же «Россия-1», «Twiggle», а затем запустите его. Вместо этого приложения у вас должен запуститься ForkPlayer. Теперь осталось только его настроить. Как это сделать, я уже рассказывал в одном из предыдущих видео. Ссылка на него будет в описании. Этот способ подойдет для всех серий Samsung Smart TV. Для телевизора Sony нужно нажать кнопку Home на пульте и перейти к установкам. Здесь открыть настройка сети, просмотр настроек и состояние сети. Запомнить IP, маску и шлюз. Затем открыть настройка сетевого соединения и выбрать специалист. Далее выбрать соединение, проводное или беспроводное. И на этом этапе нажать вручную. Теперь здесь нужно ввести IP, маску под сети, шлюз и вписать сюда следующий DNS. Использовать прокси-сервер нет. Настройка сети завершена, телевизор успешно подключен к сети. Окей. Теперь возвращаемся на стартовое меню, открываем все приложения и здесь ищем Opera TV. Здесь в поиске нужно найти приложение WOW TV. Запускаем его. Вместо него должен запуститься ForkPlayer, в котором вы найдете множество фильмов, мультфильмов и сериалов. А также сможете смотреть IPTV. Для телевизоров LG заходим в настройки, настройки подключения к интернету, сеть. Выбираем проводное или беспроводное, в зависимости от вашего подключения. Открываем дополнительные настройки, внизу изменить, убираем галочку напротив автоматически и опускаемся к строке сервер DNS. Далее вводим туда один из этих DNS. Затем открываем LG Store. Находим и запускаем одно из таких приложений: Twiggle, Deezer, VTuner, Первый автомобильный, боевики, триллеры. Вместо запуска этого приложения у вас тоже должен запуститься ForkPlayer. Второй способ – это установка виджетов. Помимо ForkPlayer можно установить и другие, к примеру, SmartBox, HD-резка, D-Store и тому подобное.
Официальные виджеты вы сможете найти и установить с App Store любого из телевизоров. А вот что касается неофициальных, то для телевизоров Samsung вам еще понадобится компьютер и дополнительные ПО. В первую очередь нужно скачать и установить пакет программ на компьютер. Скачиваем Java и Tizen Studio. Все ссылки будут в описании. Без Java Tizen Studio работать не будет, поэтому сначала устанавливаем Java, а уже после Tizen Studio. Обязательно скачивайте соответствующую версию программы разрядности вашей операционной системы. Запускаем скачанный установщик Tizen Studio. Соглашаемся с лицензией. Если нужно, меняем путь установки и жмем Install. После завершения установки Finish. Если вы не сняли здесь отметку, должен запуститься Package Manager. Если же этого не произошло, перейдите в папку с установленной программой. По умолчанию она находится на диске C. Переходим в папку C Tizen Studio Package Manager и здесь запускаем файл Package Manager.exe. Файл для запуска самой программы находится по пути C Tizen Studio IDE Tizen Studio.exe. Деинсталлятор для удаления программы находится в той же папке, что и Package Manager, а не Installer.exe. В окне Package Manager оставляем отметку только напротив телевизора. Затем нажимаем Install напротив Tizen SDK Tools и ждем завершения установки. По завершению, убедившись в том, что все компоненты установлены, напротив каждого должно появиться Delete, переходим во вкладку Extension SDK. Здесь жмем Install напротив Extras. И соглашаемся со всем. Ждем, пока скачаются и установятся остальные пакеты Tizen Studio. Тем временем, если вы еще не зарегистрированы на сайте Samsung, перейдите и зарегистрируйтесь. После регистрации нужно узнать IP-адрес компьютера. Для этого откройте параметры, сети интернет, центр управления сетями и общим доступом. И здесь нажмите по подключению к локальной сети или Wi-Fi. Откройте сведения и здесь в строке адрес IPv4. Будет указан IP-адрес вашего компьютера. Теперь переходим к телевизору, открываем Apps и по очереди жмем на пульте цифры 1, 2, 3, 4, 5. В появившемся окне выбираем On и жмем Enter. Затем ниже вводим IP-адрес компьютера. Телевизор и компьютер должны быть подключены к одной сети, оба через кабель или через Wi-Fi. И нажимаем OK. После этого вы увидите сообщение о том, что режим разработчика активирован и вам нужно перезагрузить телевизор. Выключите его с пульта и для надежности выдерните вилку секунд на 20-30. Затем включаем его и опять заходим в Apps. Здесь должна появиться надпись Develop Mode. Если вы еще не вошли на телевизоре в свою учетную запись, самое время это сделать. Затем нужно узнать IP-адрес самого телевизора. Для этого открываем настройки, общие, сеть. Состояние сети. Здесь выбираем настройки IP и видим адрес телевизора. Возвращаемся к компьютеру. К этому времени установка должна закончиться. Ставим отметку напротив Launch the Tizen Studio и жмем OK, Launch. И в открывшемся окне выбираем Launch Remote Device Manager. Здесь либо жмем плюс и вводим имя и IP-адрес телевизора. Или нажимаем Scan, после чего он должен появиться в этом списке с соответствующим IP-адресом. Соединяем компьютер с телевизором, переведя бегунок в положение On и закрываем это окно. Теперь нужно создать сертификат. Для этого открываем Tools, Сертификат Менеджер, Cancel, далее жмем Плюс и выбираем Tizen. Вводим имя сертификата, любое имя и жмем Next. Здесь ничего не меняем. Здесь вводим произвольные данные, которые постарайтесь запомнить. Здесь без изменений. Жмем Finish и OK. Теперь нужно скачать виджеты, которые вы хотите установить себе на телевизор. Поищите их в интернете или перейдите по ссылке в описании. Здесь скачиваем файл с расширением VGT. И переходим в Tizen Studio. Здесь нажимаем Файл, Импорт. В открывшемся окне выбираем Tizen, Tizen Project и жмем Next. Затем выбираем Архив файл, Browse, указываем путь к скачанному виджету и нажимаем Открыть. После Next здесь выбираем версию, ставим галочки напротив Name, а затем жмем Finish. В окне Project Explorer у вас должен появиться файл с названием виджета.
жмем по нему правой кнопкой мыши и выбираем Build Signed Package. А затем еще раз правой кнопкой мыши и посылаем его на телевизор, выбрав Run as Tizen Web Application. После этого на экране телевизора вы увидите установку данного виджета, после которой он сразу же запустится. В приложении SmartBox вы сможете посмотреть все новинки фильмов, мультфильмов и сериалов, доступных в интернете. Теперь оно будет отображаться в приложении. Для удобства его можно добавить на главный экран. Таким же образом можно установить и другие виджеты, к примеру, D-Store, KinoKong, HD Киномир, Tushkan и тому подобное. Для телевизоров LG с WebOS установка виджетов похожа. Для этого тоже понадобится компьютер и дополнительный софт. Первым скачиваем и устанавливаем Java, затем SDK. Распаковываем скачанный архив SDK и запускаем инсталлер .exe. Соглашаемся с правилами и жмем Install. После окончания установки соглашаемся на перезагрузку. Затем переходим по этому пути и запускаем компонент менеджер. Устанавливаем CLI, IDE, Sublime плагин. Далее скачиваем программу Git и устанавливаем по умолчанию, ничего не меняя, нажимаем несколько раз кнопку Next и Install. Далее на телевизоре нужно включить режим разработчика. В первую очередь регистрируемся на сайте LG, нажимаем вверху сайта Sign In, Create Account, выбираем свою страну, соглашаемся с условиями, вводим свою почту и остальные данные. После регистрации нужно зайти на почту и подтвердить аккаунт. Завершив регистрацию, заходим на телевизоре в LG Store и входим в созданный аккаунт. В поиске ищем приложение Develop Mod и устанавливаем его. Запускаем установленное приложение и вводим логин и пароль, который регистрировали ранее на сайте LG. Переводим Dev Mod статус в состояние On. В появившемся сообщении телевизор попросит перезагрузиться. Нажимаем кнопку Restart. После перезапуска снова заходим в приложение Develop Mod, переводим K-Server в состояние On. Теперь переходим к компьютеру и запускаем WebOS TV IDE. Создаем новый проект New WebOS Project. В открывшемся окне вводим Project Name без пробелов и только латиницей. Выбираем Project Template, проект WebApp и нажимаем Finish. Скачиваем приложение Gets TV или другие для LG Smart TV. Открываем архив и перетаскиваем все файлы в созданный проект. В правом нижнем углу окна переходим во вкладку Target Configuration и нажимаем иконку New Connection. Телевизор и компьютер должны быть подключены к одной сети, оба через кабель или через Wi-Fi. В появившемся окне в поле Device Type выбираем LG Smart TV. В поле IP-адрес указываем адрес из приложения Develop Mod и нажимаем Finish. Далее нажимаем правой кнопкой мыши на добавленное устройство и выбираем Properties. В появившемся окне в этом поле вводим значение из такого же поля приложения Develop Mod. Нажимаем кнопку Apply и OK. Далее снова нажимаем правой кнопкой на добавленное устройство и выбираем Connect. Сюда вводим ключевую фразу и жмем Finish. Отправляем приложение на телевизор, нажав правой кнопкой мыши на название проекта Run As WebOS Application. В появившемся окне в строке Target выбираем подключенный ранее телевизор и нажимаем Apply Run. Ждем, пока приложение установится на телевизор и автоматически запустится. Выходим и видим в списке установленные приложения. Здесь вы всегда найдете последние новинки видео, доступные в интернете. А также сможете смотреть IPTV. А на этом все. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.